Шестерняшки, два мальчика и четыре девочки, родившиеся 11 января в Худжанде, не выжили, так сообщили врачи родильного дома Сагдийской области. Медики говорят, что в данном случае основной причиной смерти новорожденных стала их недоношенность. У роженицы были преждевременные роды. Малыши родились практически шестимесячными и весили от 500 до 700 граммов, так сказал врач областного роддома. Их мама, 26-летняя Мубурак Сохибова, жительница Джамаата Овчи-Калача Бабуджон-Гафурского района, в настоящее время находится под наблюдением врачей. В этой семье растут двое детей. Рождение шестерняшек в Таджикистане – беспрецедентный случай. В 2020 году в Таджикистане у 30-летней жительницы района Кубадион родились пятерняшки. Также в разные годы появлялись на свет тройняшки и четверняшки. Но то, что 6 детей, впервые такое в Таджикистане. Братья и сестры, рекомендую вам авиакассу «Костолом Авиа». Приобретайте авиабилеты по этому номеру телефона. У нас в разные направления есть, например, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, туда и обратно, по всей России. Пишите на WhatsApp, либо звоните.